В Гомеле прошел баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Леонида Макаревича. Участие в состязании приняли команды девушек 2005 года рождения и моложе из Беларуси и России. Всего 6 коллективов. В этом году прославленному наставнику исполнилось бы 80 лет. На тренерском поприще Леонид Николаевич проработал 55 лет. За это время он воспитал не одно поколение мастеровитых баскетболистов. Среди его учеников – призеры чемпионатов мира и чемпионы СССР. Многие из них сейчас продолжают дело своего учителя, занимаясь тренерской работой. Каждый тренер, каждый игрок, он старается оставить после себя какое-то наследие. Наследие отца – это его ученики, тренера, спортсмены. Это десятки, сотни человек, которые сейчас уже учат ученики учеников, учеников отца. Поэтому эта фамилия, по крайней мере, в Гомеле, она продолжает свое звучание. По итогам кругового турнира победу завоевали юные баскетболистки московской команды «Руна». На второй позиции девушки из Витебска замкнули тройку сильнейших воспитанниц Гомельского областного ЦОРа по игровым видам спорта. На четвертой строке команда Светлогорская ДЮСШ номер один. Соревнования проходили в рамках Славянской баскетбольной лиги. Параллельно в Речице в рамках СБЛ играли юноши 2007 года рождения и моложе. Гомельская команда заняла третье место. Хозяева, реческие баскетболисты, расположились на шестой строке.